А на фоне белой стены я практически не выгляжу бледной. Хаюшки-мяушки, доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я создатель канала «Эстетика секса». Секса в этом видео сегодня будет не особо много, но будет много эмоций, потому что сегодня я открываю подарочек от подписчицы. Я думаю, видео получится коротеньким, просто посидим, откроем, поболтаем. Я думаю, человечку, который мне это отправил, будет очень приятно увидеть мои эмоции, потому что я сама даже не знаю, что здесь, но... Я знаю, что человечек занимается изготовлением всяких милых зверюшек из глины, из меха, так что думаю, может быть, там будут какие-нибудь милые, не знаю, брелочки, игрушечки, в общем, посмотрим. Я очень... Ой, боже, я очень люблю милые подарочки, как же оно классно выглядит. Здесь есть маленький стикер наклеенный, блин, это так классно. Так. Обожаю получать подарки, особенно от совершенно незнакомых мне людей. Так, открываем. Тут что-то еще привязано. Я пока не буду развязывать этот бантик, возможно, там что-то выпадет. Давайте сначала вы увидите, а потом я. О! Тут ничего не видно. Давайте еще раз дубль два. Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Так, я не хочу пока это смотреть, я даже не буду смотреть в камеру. А, тут у нас уход за игрушкой. Это игрушка! Это у нас игрушка. Так, вид карманник, то есть это маленькая карманная игрушечка, которую можно носить с собой. Создан специально для тебя. Тут еще милые стикеросики, божечки! Вы посмотрите, какая милота! Они такие классные! Она прям... Милашная-милашная, к слову, я не вижу все равно, что в этой коробке, потому что у меня близорукость, и я не вижу, что происходит в кадре. Я наклею эти стикоросики на гитару. Уход за игрушкой создана для любви. Любви у меня завались, так что, я думаю, хватит. Игрушка может иметь мелкие отрывные детали, а также острые рога, крылья, ногти. Ну, это понятно, в общем, игрушечка не для детей, а для взрослых. Только сухая чистка. Если есть пометка «капелька», «бережно ручная стирка», та-та-та-та. Угу. Ну что, давайте. Давайте теперь я посмотрю, что тут. Я вижу, что она розовая. Я вижу, что она розовая. Так, тут какой-то мешочек, это мы сейчас с вами откроем. Ребят. Божечки. Это вообще, это... Вы это... А, да, вы же это видели. Оно лежит там просто как... О, будто мне живого котенка подарили. Так, давайте мы его сейчас с вами аккуратненько вытащим. А, да, он же привязан. Я тут думаю, что он мне выпал. Охренеть. Боженьки, у него язычок. Охренеть. А, он в розовой маске. Боже, он в розовой маске. Это прям полноценный брелочек. Блин, я не смогу его носить как брелок, потому что мне его жалко. Господи, какой он мягенький. Тут хвостик на колечке, божечки. У него лапки шевелятся. Блин, это просто... У меня слов нет. У него глазки такие красивые. И эти ушки, блин, я не могу. У него прям масочка. Господи, боже мой, вы посмотрите на эту прелесть. Это просто вообще... Это, ну как, ну что, он в наручниках. Он в наручниках, боже. Это прям потрясающе, это очень классно. Я, в принципе, очень люблю ручную работу. Но это какой же приятный мех. Какие же вот эти вот лапки, они прям все шевелятся, то есть... Они на какой-то мягкой такой основе, они все шевелятся, и хвостик дрыгается. И самое главное, что человечек сделал его вот мою стилистику. То есть я не знала, что внутри, но я сегодня надела все розовое, хотя для видео я обычно надеваю желтое, потому что желтый ярче, но сегодня нарядился все розовое. И вот, пожалуйста, вот эта бело-розовая прелесть. Причем самое забавное, я сначала хотела надеть белое платье, но потом поняла, что буду снимать у белой стены, и подумала, что это будет... Не очень красиво смотреться, но если бы я была еще в белом платье, то по факту розовый верх, белый низ, блин. Это очень классно, тут еще есть какой-то мешочек, давайте его тоже откроем, посмотрим.
Это такая прелесть. Господи, боже мой, господи, боже мой. Я думаю, я даже, наверное, сфоткаю все это в Инстаграм выложу, потому что, ну, это прям потрясающе. Это очень классно, это очень мило. Блин, у меня слов нет на самом деле еще. Я не могу очень громко восхищаться, потому что, как вы слышите, у меня хрипит еще горло. Так. Что это? Охренеть, ребят, 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 это кролик в шапке БДСМ кролика, боже, какой же он классный, у него прям зубки есть, и он держит еще какой-то такой камушек голубенький, это просто, это волшебно, это так круто, это, я буду теперь его носить с собой, я на самом деле очень переживаю за вещи ручной работы, потому что, ну, это так кропотливо, люди так стараются, и я боюсь, что с этим что-то случится. Когда ты покупаешь какой-нибудь брелок за 100 рублей, ты за него не переживаешь, даже если ты его потеряешь, ну, будет не так обидно. А тут, как бы, я ни за что не хочу потерять эту прелесть, я думаю, она просто будет где-нибудь в моей ВДСМ-коллекции лежать рядышком, это очень классно. И вот это, блин, у меня нет слов. Спасибо большое человечку, который это отправил. Я обязательно оставлю ссылочки на нее, вдруг кто-нибудь тоже захочет себе какую-нибудь такую прелесть. Это было очень неожиданно, но когда человек скинул мне трек номер, я сидела и каждый день смотрела, когда же посылочка придет, потому что я видела, что она делает, и я почему-то знала, что это будет что-то невероятно милое. В принципе, по этой причине я решила открыть все это на камеру. Это просто нет слов, это очень классно. А еще я не вижу, чтобы здесь было имя. Здесь место под имя, оно пустое, то есть сюда можно приписать какое-то имя. Я не знаю, как ее назвать. Давайте мы с вами вместе придумаем ей имя. Пишите в комментариях, как можно назвать эту прелесть. Я думаю, должна быть какая-то ассоциация со мной. Но если мы назовем ее просто мистер Кот, мне кажется, это будет слишком банально, потому что я мистер Мастер Кот, поэтому давайте-ка придумаем что-то еще. Мистер Кот, я не знаю. Пишите свои идеи, как можно ее назвать. Я думаю, это все-таки она, потому что она беленькая, в розовом. Я боюсь подносить ее к лицу, чтобы не испачкать ее макияжем. Она такая клевая, такая. Бух ты мой. Это невероятно. Это просто невероятно. Спасибо большое за такой чудесный подарок. Скоро мне еще придут посылочки. Это будет тоже подарок, который я тоже хочу открыть на камеру, чтобы поделиться эмоциями, потому что, конечно, приятно, когда я делаю это одна в комнате, но когда еще через экран я передаю вот это все свое эмоциональное состояние, мне очень приятно, что оно немножечко все-таки перекладывается на вас, потому что вы тоже это смотрите, возможно, даже сидите и улыбаетесь, надеюсь на это. И будет очень здорово, если перед Новым годом мы все будем с вами сидеть и улыбаться. Еще раз спасибо, да вообще многократно спасибо за такое чудо, за такую прелесть. Это действительно подарок от всего сердца, действительно видно, что человек вдохновился. Это безумно классно. Спасибо большое. Все ссылочки оставляю ниже.